Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня я отреагирую на новую песню группы Oh My Girl под названием Dun Dun Dance. Не Dun Dun, а именно Dun Dun Dance. Мне эту песню заказали мои замечательные подписчики на Патреоне, за что я им большое-большое-пребольшое спасибо. И, в общем-то, я эту песню даже, помимо того, что встречался в комментариях на YouTube, я ее пару раз встретил в ТикТоке. Там один был маленький кусочек в песне, я на него постараюсь указать. Вот он прям пару раз даже мелькал. В ТикТок я иногда захожу, когда мне нужно как-то очень сильно разгрузить мозг и просто бессмысленно минут 15 потратить на то, чтобы что-то полистать. Кстати, всем совет по поводу ТикТока. Если вы, товарищи, залипаете в ТикТок и не знаете, что с этим делать, берете и в настройках своего телефона, если он вас, конечно, поддерживает, iPhone, например, поддерживает, восстанавливаете ограничения для этого приложения. Тогда он там, условно говоря, каждые 15 минут будет говорить: «Алло, хватит этим пользоваться. Продолжить или вы как...» Безвольный человек, все-таки хотите снять ограничения. Вы такие: ладно, ладно, все, отстань. Вот, как-то так. Так что, ладно, давайте реагировать. Я очень надеюсь, что мне эта песня зайдет, потому что, судя по, опять же, этим отрывкам, это такая песня в ретро-стилистике. А мне она, как вы знаете, очень даже нравится. Перед началом реакции попрошу подписаться, поставить лайк. И, пожалуй, хватит на этом. Поблагодарю своих спонсоров на Патреоне, особенности Шуру. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Что-то с фантастикой и пришельцами связано. Да, летающая тарелка, да, чую. Такой диско-вайб сразу же чувствуется. Этот кусок я видел. Немножко темп сбавила песни. Рэпчик вставленный в припев. Окей. Вот здесь вроде как нет такого перебива, хотя сейчас будет перехорус. Этой девушке не помню имя, самый приятный голос и сильный, мне кажется. Мне кажется, зря такое понижение темпа перед припевом. Прям совсем песня, время замирает. Все медведь. Вау! You and I, yeah.
Но приятный спецэффект. Если честно, я не фанат этого куска в припеве вообще. И летающая тарелка свалилась с нашей планеты. Видимо, она не в восторге от песни. А я тоже в небольшом восторге. Я не могу сказать, что это плохая песня ни в коем случае. Просто, ну, она более-менее как остальные песни Oh My Girl. Некоторые лучше, некоторые хуже. Она немножечко рваная, на мой взгляд. Потому что, ну, вот я сейчас посмотрю танцевальную версию от Playcolor. Надеюсь, там в этот раз со звуком все нормально. Потому что периодически меня этот канал подводит. Хотя один раз подвел, я уже на него сдаю. Ай-яй-яй, как мне не стыдно. Вот, но давайте я по ходу дела объясню, в чем вообще мои претензии. Что значит источник не может быть открыт? Если может быть, если я тебя только что открывал. Чудила ты, вот. Давайте. Тут как бы студийный звук, на самом деле... Ой, точнее не студийный, а как будто... Проехали. Начало приятное, с ретро-вайбами, с приятным высоким таким милым голосом. В принципе, они начинают как бы с припева. Хороший куплет. Гитарка на фоне играет опять же, хорошо. Девушки няшные. Да, вот этот кусок из ТикТока. Видимо, потому что I feel the rhythm disco in my body. Это как-то резонирует с людьми. Но! Вот зачем. Зачем здесь такая яростная пауза? Ну да, вокал приятный у девушки. Здесь слишком высокий, но ладно. Ну, просто здесь они ритм песни убили. Ну, вот в этом моменте. И я понимаю идею, чтобы перед припевом немножечко понизить, скажем так, градус, чтобы припев показался еще более взрывным. Но припев более-менее в стиле остальной песни, поэтому сильно взрывным он не кажется, честно говоря. А этот момент лишний, откровенно. Но! Окей, припев вернулся на круги своя. Хорошо, теперь идет пост-хорус. Причем хорус с хуком. Пост-хорус с хуком. Окей, такое бывает. Например, это было у Twice. У них в Fancy идет припев, потом идет пост-хорус, и в нем именно хук. Fancy, это на самом деле не припев, чтобы вы не думали. Вот это тоже не припев, это... Вот, вот. Миленько. Я зачем здесь этот рэп? Ну, кто-нибудь не может объяснить? На какой черт он здесь есть? Более того, после этого будет секс с рэпом. То есть, двойной удар. Рэп хорошая штука, я вообще не против. А есть люди, которых бесит вообще часто, когда рэп пихают любую песню, потому что у нас есть рэпер-рэперша, поэтому нужно пихнуть рэп. Я к этим людям не отношусь, я совершенно нормально это воспринимаю, если рэп грамотно вставлен. Но здесь зачем? Вот, опять, с другим голосом совершенно. Ну. Вот. Только что был рэп, опять рэп. Причем Добро-то был какой-то охрененный рэп. Это самый обычный рэп. Причем у девушки приятный голос, на самом деле. Она до этого вот пела, и было хорошо. Но рэп-то ничего выдающегося нет. Это так называемый милашный рэп. Хороший кусок. И как первый раз умудрился этого не заметить? Ну, вы опять вот... Я заметил в том плане, что опять темп убивается, но...
такой полурэп, полупение, опять же. Вы понимаете, что перебор с этим элементом? Нет? Я не вам. Я создатели песни вспоминаю. О, вспоминаю, да. Ласковым словом. Опять вернулись. Все приятно. Хороший скин. Веселый такой, позитивный. Девчонки-то милашки такие, с ума сойти. Особенно, когда они такие песни поют. Куня. Это мило было. Хор тоже мил был. Милая девушка. Вообще не к ней претензии по поводу постхоруса. О, очень приятная. Окончание. Прям хорошо. О, девочки устали. Бедняжки. В общем, нет, я не в большом восторге, должен сказать. Там такое ощущение, как будто концовка была какая-то. Нет, я ее пропустил. А, ну-ка. В отрыве от Ютуба, конечно, смотрится максимально странно. На Ютубе, очевидно, они рекламируют, показывают какой-то другой клип. Может, другой клип от Playcolor, может, другой клип от себя. Я не знаю, не суть важно. В общем, я не в большом восторге от песни. Из всех ретро-концептов за последнее время, которые мне встречались, наверное, это самый слабый. Именно по песне. Вопрос, повторюсь, не девчонкам, вопрос скорее композиторам. Какой черт, я... Надо посмотреть, кто его исполнял. Ой... писал. Так, это у меня английская песня. Я пытался посмотреть текст, но текст «Давай с тобой танцевать». Ну, в двух словах очень. Original song. Кто у нас? Dance. Ты-тын-тын. Пум-пум-пум. Композитор. Райан Сью. Скотлот. И Анна Тимгрен. Аня, все-таки ты преимущественно не умеешь писать песни. Иногда у тебя это получается. Недавно она какую-то драм, по-моему, да, у нее была вещь. Но вот большая часть вещей, которые пишет Аня Тингрен, она не заходит мне вообще никак. Ну вот, вот, драм у нее была хорошая вещь, на самом деле. Все остальное категорически мимо. И это то же самое. Она местами, опять же, похожа на лоскутное одеялко. А здесь мы ставим рэпчик. Почему? Потому что мы так захотели. Пишется это в композицию? Не впишется? Абсолютно не важно. Это мой реальный архнемезис. Ну, кроме шуток. Ох, ладно. Анна, хватит, пожалуйста, лезть корейские группы. Ну, прекращай. Ну, КПД так себе. Хреновенький КПД. Честно скажу. Симпатичная девушка вроде. Ладно. Всем спасибо, напишите, что вы думаете. Может, у вас совершенно другое мнение, может, вам песня понравилась от и до. Я могу понять, почему. Она реально очень позитивная, очень веселая, девчонки очаровательные и все такое прочее. Вот, мне она не сильно зашла по уже описанным мной причинам. На то это и честная реакция. Ладно, всем спасибо, поставьте лайк, подпишитесь, если лайк, если вам понравилась, конечно, реакция. Нажмите на колокольчик и, самое главное, поддержите меня на Патреоне или поделитесь этим видео где-нибудь еще и то, и другое. Я восприму как личное мне одолжение. Все. Спасибо и большое спасибо моим спонсорам на Патреоне, которые уже существуют.